Приветствую вас, и если бы вы, как бы это сказать, если бы вы чувствовали, что поступаете правильно, то не было бы вас на самом деле здесь. Не было бы вас здесь, потому что вы чувствовали бы естественность своего состояния. Поскольку вы обратились к нам, поскольку вам тяжело, поскольку вы испытываете негатив, именно по этой причине для вас то, что вы сделали, неправильно. И это означает, что есть что-то извне. Какая-то потребность ваша в мужчине, не связанная с личными отношениями, которая мешает вам, ну, скажем так, проявить себя смело, проявить себя жестко, проявить себя правильно, то есть сказать ему, что вы знаете обо всех его делах, знаете, что он вам изменяет и прочее. И вот что-то вам мешает. Что-то вы боитесь потерять. Что-то вы не хотите потерять. И вот что это? Какая потребность? Ее нужно определить, выявить и удовлетворить. Не через мужа, а самостоятельно. Говоря языком гештальт терапии, здесь у нас есть фигура и фон. Фигура – это ваша потребность, которую вы реализуете через мужа. И если эту фигуру убрать, уберите эту потребность. Даже можно ее не удовлетворять пока. Просто уберите. В своем воображении уберите эту фигуру, оставьте только фон. И спросите себя, а ради чего вы терпите? Мужчина вас обманывает. Мужчина даже не собирается прекращать измен. И вопрос, ради чего вы это терпите? И вообще, простите себя, достойны ли вы этого? И вот, если убрав эту потребность, вы поймете, что мужчину терпеть не за что и не зачем, вот тогда это будет означать, что вы поступили правильно. И если вы поймете, что мужчинам все-таки есть за что терпеть, то для вас все-таки измена в силу моральных устоев и личных убеждений не является чем-то критичным и серьезным, то это точно будет правильное решение. Но принять вы его сможете тогда, только когда избавитесь от всего, что вас с мужчиной удерживает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.